Всем привет, ребят, с вами Нюмен, и сегодня будем играть в игру под названием, ребят, Zombie Catchers. Ребят, к сожалению, видео выходило не так часто, вот, то есть последнее видео было месяц назад. Конечно, ребят, простите меня, это, конечно, у меня был завал полный в школе. Вот, то есть просто не было делать времени видео. Так, ну что ж, ребят. У меня уже 79 левел, как вы могли уже заметить, 351 кристалл. Что, собственно, ребят, изменилось за последнее видео мое, когда вот я выложил последнее видео, по-моему, у меня был 60 левел. Вот, и что, ребят, собственно, изменилось. У меня сейчас новое звание, это Турбо Легенда. Получил я уже, ребят, Бада. Сейчас я им, естественно, поиграю и сделаю на него обзор. Вот, ребят, сколько я уже прошел. Это Смертоносный Ловец, Главный Охотник, Легенда и Турбо Легенда. Общий 993. Вот, собственно, ребят, вот так. Купил я уже пятый дрон, да, и открыл, собственно, лагуну. Теперь, кстати, у меня на каждой карте у меня есть один дрон. Вот. И, ребят, собственно, начнем. Вот, давайте, ребят, начнем с лагуны. Открыл я морозильную пушку, она, ребят, сама наводящаяся, то есть нажимаем, и мы, как бы, так скажем, снаряд сам ищет себе цель. Вот, и сразу, собственно, замораживает зомби. Очень интересная штука, но она, к сожалению, работает не как пушка Теслы, то есть не замораживает всех сразу. Вот, то есть цепная реакция не происходит. Так, давайте сюда поставим пушку Теслы, то есть ловушку Теслы, извините. Ой-ой-ой, ребят, какие хорошие зомби. Смотрите, сейчас всех, естественно, заколбасит. Так, медуз убиваем. Это, ребят, медузы, это как бы, так скажем, птицы, так это вот. Они тоже исполняют роль птиц, например, как вот на пляже, на болоте. Не убегай. Есть. Поймали. Так, давайте сейчас заодно вот эту малышку убьем. Вот. И, ребят, собственно, ребят, сейчас я вам покажу, что тут есть вообще. Смотрите, ребят, тут есть вот такие еще лодки. Вот, тоже, ребят, очень интересно. Зомби-сафари. Это, ребят, небольшая отсылка на игру. Действительно, есть такая игра «Зомби-сафари». Вот, тоже чем-то похоже, естественно, на вот эту игру. Так, и, ребят, собственно, есть тут вот такая штука. Вот, видите, ребят, на чем я сейчас вот стою? Она, ребят, если близко зомби подходит, то его, собственно, засасывает, и вот, собственно, все, зомби пропадает, он как бы съеден уже. Единственный минус на этой карте, что неудобно передвигаться в воде. Очень, по-моему, неудобно. Вот, не знаю, как вам, но, не знаю, мне не очень нравится вообще плавать в воде. Ну, кстати, видите, ребят, какой у меня бат. И, ребят, единственный вопрос, как, собственно, живет вообще, существует робот в воде? Почему, не знаю, почему он не погибает? Так, ну, сейчас мы просто так используем, да. Да, на всяких, ребят, лохов мы использовали целую ловушку Тесла. Ну ладно. Так. Вот, собственно, ребят, вот так. Сейчас мы пойдем на крышу. И тут, собственно, тоже протачим. Ребят, скоро я пройду это видео. И, ребят, знаете, что я сделаю, когда я пройду все тут левелы? Мне осталось тут, по-моему, 3 или 4 левела, не знаю. Сколько тут левелов? 83, по-моему. Вот, короче, немного осталось, и я уже пройду эту игру. Вот, потом, ребят, что я сделаю? Потом я буду фармить только значки. Вот, только значки, и пока я все не нафармлю, все значки пока не нафармлю, я не прокачу, не буду прекращать играть в эту игру. Вот. Голубей мы сейчас убьем. Есть. Бадом очень, ребят, нравится мне играть, он очень прикольный. И, ребят, кажется, вот смотрите, у него, ребят, длинные ноги по сравнению с LJ, или как там его зовут, LJ.
Вот, у него длинные ноги, ребят, и кажется, где-то кажется, что он быстрее ходит, вот, потому что, как бы, не знаю, он так быстро шевелит, не знаю, своими ногами, что где-то кажется, что он быстро умеет ходить, вот. 15 из 180, ребят, я буду это звание очень долго проходить, турбо-легенда, вот, потому что, не знаю, тут 180 целых значков. Если я легенду проходил где-то месяц, но я редко, потому что играл. Вот. Ребята, вот так, давайте поиграем сейчас. Хочу сейчас поиграть LJ. Как там его? Я не знаю, как его зовут. По-моему, LJ. Вот он. Видите, ребята, у него короткие довольно-таки ноги. Вот, ну, он, ребят, чем-то прикольный, не знаю. Он мне больше нравится. Ну, не знаю, какой-то интересный прям. Прикольный это монстрик, мне он очень нравится. Использовать ли пушку Теслы? Давайте его так убьем, по-моему. Есть. Так, тут мы поставим ловушку Теслы. Тут 3 зомби. Где, ребят, 3 или 4 зомби, я всегда ставлю ловушку Теслы. Вот. А где 2, в принципе, зомби сразу, то, в принципе, можно не ставить. Тем более, если вот такие несложные зомби. Так, и тут. Вопрос, куда мне бежать? Ладно, давайте вот сюда, потому что они могут там упасть во враг. А, есть. Отлично. 10 из 10. Отличный улов. Отличный улов. Вот, и, ребят, сделаю, конечно же, я видео. Я давно уже вам обещал, что я сделаю видео, то есть обзор всех карт в игре Zombie Catchers. Скоро будет такое видео, ребят. Начнем мы, естественно, я хочу начать с лагуны и закончить болотом. Вот, так что, ребят, вот так. Давайте поохотимся на зимнего зомби. Хочу его поймать, в принципе, он не такой сложный. Вот. Так. И что-то мы не можем попасть. Нас попали. Видите, ребят, потом он превращается в ком. Вот где вот мой прицел, господи. Вот что за игра вообще? Почему не видно мой прицел? Ребят, я не вижу мой прицел. Где он вообще? Почему я так летаю? Не, ну это уже, не знаю, это какие-то... Ребят, вы видели? Я просто потерялся, где я вообще находился. Где-то вверху находился. Вот, я не знаю, я прошу разработчиков исправить эту хрень. Я вообще не понимаю, блин, зачем так сделали? Вот, я не знаю, они хотят просто усложнить задачу нам. Я не знаю, но даже не видно прицела. Это, не знаю, какой-то бред, по-моему. Зря они так сделали. Вот. Я бы лучше бы такого бы не делал, если бы вы были разработчиком этой чудной игры. Есть. Так, ставить ли ловушки или нет? Давайте на всякий случай поставим. Так, убьем этого пеликана. Вообще он должен находиться рядом с морем. Почему он летает на суше? По-моему, он ест еще рыб. Еще один. А, ну, в принципе, хотя бы это рядом море. А, пофиг, пусть летит. Все равно там в лес где-то полетит, потом мы его потеряем. Так, ой-ой-ой, ребят, смотрите, кто? Что я сделал, господи? О, господи. Ребят, я опять попутал кнопки, ё-моё. Чё со мной опять? Я жал почему-то на мозг. Я же, блин, я же вроде стрелял нормально. Это, не знаю, это опять какие-то недоработки игры, что ли? Вот, я его вообще не понимаю, блин. Ну ладно. Давайте я вот сейчас попробую. Вот. Сейчас нормально вроде. Я, наверное, не жал не на ту кнопку. И обычный зомби. Мы его без трудностей поймаем. Какая-то лодочка плывет еще на заднем плане. Поймали, кстати, редкого зомби, который любит полетать. Я его вообще терпеть не могу, ребят. Потому что потом, когда он уже взлетит, его очень трудно поймать. Тем более гарпуном. Так, и самое легенькое болотце. Так, собственно, ребят, начнем. Пока, пишу.
Вот так. И поймаем тут зомби. Ребят, смотрите, что он сделал. Так, ребят, я опять поставил камеру на стоп. Так, убьем эту гусеницу, или кто там, змея какая-то. Так, и у нас вот эти зомбочки, самые легкие. Отлично, возьми сегодня хороший улов. Так, и у нас уже 18 значков. Сейчас, ребят, мы поставим все в свои зомбовыжималочки. У нас уже 67 зомби целых. И нам надо все это поставить в зомбовыжималки. Задача у меня вот такие вот, продать товары. 10 из 20 уже у меня уже сделано. Вот. Так, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Толстяка этого. Так, потом арбузики, бананчики. О, ребята, у меня много зимних зомби, вот этих особенно. Крекеров. Или как там их? Так, лыжников потом. Вот этих. Так. Хрюшек этих я называю их хрюшками, потому что у них, не знаю, они похожи чем-то. У них такие носы странные. И что там у них, зубы непонятные, короче, какие-то. Так, и вот сюда поставим. Так, потом вот сюда. И, блин, у нас чуть-чуть не хватает. А, да, все нормально. Теперь у нас осталось только вот этих вот зомби. Сюда вот еще толкнуть и все. То есть еще 40 товаров и все. Это, по-моему, еще 8 зомби надо. Ну, у меня уже 3 есть. Значит, 5. Так, ну давайте вот сюда, ладно. Так, и у нас еще осталось вот таких вот много зомби. Так, давайте поставим еще вот этого толстяка, где он находится. Вот он. Ну вот, ребят, собственно, все. Сегодня я сделала такой небольшой марафончик по всем картам. Извините, ребят, еще раз, что так долго не выходили видео. Просто была запара полная в школе. Вот, и не было времени тупо снимать видео. Также, ребят, я хотела вам показать. Купил новую шапку. Это деловая шляпа. И, ребят, что я, собственно, еще открыл? Открыл я сосиску на палке, вроде я это не показывал вам. Ну вот, короче, у меня одна есть. Потом, ребят, военный грузовик. Это, ребят, он как бы просто меняется вид грузовика, который забирает зомби. Вот, то есть никакие, не знаю, ничего он не добавляет. Это просто украшение, так скажем, и все. Меняется просто вид военного грузовика, и все. Ну, что я заметил, единственное, это что он может забирать... Два зомби сразу, ребята. Конечно, ребят, мне это не нужно. Вот. О, в принципе, прикольно военный грузовик. Самое такое главное достижение, которое я открыл, это бат. Вообще, ребят, мечтал я поиграть батом, и вот наконец-таки его открыл. Долго я его открывал. Вот. Особенно, ребят, легенду, вот звание это легенды, я проходил, по-моему, целый месяц, потому что я еще редко играл. Вот так, у нас, наверное, уже нет, еще работает. Что ж, ребят, на этом все. С вами был Ньюмен. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До скорых встреч и пока. И завтра, ребят, выйдет, естественно, новый ролик. Всем пока, до скорых встреч.